Всем привет, народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и мы начинаем проходить одиночные пользовательские кампании в CNC 3 Войны Тиберия. И большинство этих карт я постараюсь пройти с модом Tiberium Essence, потому что эти карты поддерживают эту модификацию. И хочу отдельно поблагодарить одного из своих зрителей, Фомача, который сделал в Стиме целое руководство, где найти именно русскую версию мода Tiberium Essence. Ну, потому что сейчас есть несколько версий этого мода, и версия 1.6, насколько я знаю, самая стабильная, она не вылетает, и у нее все хорошо. И вот он сделал руководство в Стиме, где можно именно русскоязычную версию этого мода скачать. Да, русификация такая себе, мягко говоря, но это лучше, чем ничего. К сожалению, мод 2.0 не переведен, да и он еще в альфе, поэтому будем играть с модом 1.6. А миссия, которую я хочу сегодня пройти, это Deadly Extraction называется, она интересная, я уже ее неоднократно прошел, чисто потестировать и модификацию, и карту, так что давайте начнем. Итак, Deadly Extraction, что мы должны здесь сделать? Судя по названию, мы должны здесь очень в опасных и сложных условиях эвакуировать что-то или кого-то, если правильнее выразиться. Нам тут присылают небольшой машину с воздушной поддушкой, как он называется? Антиграф. И на этом антиграфе нам дают кучу бойцов крутых, типа командоса там и так далее. И нам нужно сделать определенные задачи. Сейчас мы, собственно, этим будем заниматься. Карту я уже проходил несколько раз, поэтому я уже знаю, что тут да как работает. Так, давай потихонечку. Нам тут дали ракетчиков, гранатометчиков и снайперов. Прокачан. Снайпера, на самом деле, самые бесполезные здесь. Если честно, вот ракетчики и командос, это да. Это прям вышечка, топовая вещь, которая нам тут пригодится. А, ну и гранатометчики еще, да. Метатели диска, точнее, да. Блин, на самом деле так необычно в русскоязычной версии этого мода играть, потому что я уже как-то чуть-чуть привык к английской. Ну ладно, так, потихоньку давайте выманивать врагов, они сейчас к нам сами тут будут выезжать, во. А нам надо потихонечку их разваливать, тут еще у нас есть танк-призрак. Так, тихо-тихо-тихо, где там призрак? Ага, давайте валите призрака, мужики. Чертовы нодовцы засели на базе ГСБшников, надо их отсюда выбить. Так, ну давай, давай. А, он прям сюда к нам приехал, ни хрена себе, впервые такое вижу. Жестко, одного ракетчика уже потерял, это хреново. Дальше будет тяжелее играть нам. Ну конечно да, ракетчика у нас прокачанная со звездочкой, но опять же, это не значит то, что мы сейчас прям имбалансные какие-то. То, что у меня отряд жесткий пришел, это конечно хорошо. Но опять же, ракетчик стал один теперь, а до двух они не восстановятся, ни при каких условиях. Ладно, ничего, справимся с этой напастью. Даже один прокачанный ракетчик вполне себе может натворить тут дел. Тем более, главное, что у нас есть команда. С командой тут вообще самый главный, заведующий балом, так сказать. Так, давайте потихоньку разваливать и продвигаться дальше. Так, снайперов можно в эту точку посадить, кстати. Сюда еще будет толпень врагов ломиться. Не, гренадеры нам тут пригодятся еще. Так, ребят, давай байк этот развалим. На вот эти машинки дадут сейчас и мотоциклы. Они нам офигеть как пригодятся. И тут, как видите, да, система обороны у врага хорошая, хорошая. Ну ничего, мы с ней справимся. Надо кое-что тут в этой миссии сделать, кое-как правильно поступить. Все, нам дали оборонку здесь небольшую. Войска дали. Но это не то, что прям самое главное сейчас для нас. Одно из, но не самое главное. Так, снайпера, давайте выходите, вы тут сильно не нужны. Кидай, 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 ты что стоишь? Хорошо. Так, вот эта толпа у нас должна идти. Еще одного гранатометчика просрали. Но опять же, это не слишком-то и большая проблема. Неприятно, конечно, но не проблема. Это не проблема. Так, мотоциклы работают, наши ребята тут работают. Хорошо, главное не просрать командоса и ракетчиков. Вот это если мы просрем, это все, это смерть. Мотоциклы, конечно, тоже нежелательно просирать. Они тоже довольно полезные. Так, гранатометчики, давайте тут пока потусуйтесь, а мы пойдем сюда. Нам надо вот эту оборонку вырубать. А чтобы вырубить эту оборонку, нам нужно кое-что сделать. Кое-что не очень хорошее для противников, конечно же. Блин, как же больно, ё-моё. Давай, может быть, в бункер? Отсюда поработаем, а то что-то как-то слишком больно вы мне делаете, товарищи. Мне это не нравится. Так, здесь, с этой стороны, мы можем немножко сюда проехать. В принципе, ничего такого страшного и опасного для нас нет больше. Как видите, тут такая миссия довольно непростая, да? Типа надо потихонечку продвигаться. Так, выходим. Так, команда. Давай займемся сначала вот этими вот добывающими комбинатами. А уже потом всем остальным. Так, ракетчики тут есть, если что, они у нас харвестерами займутся. Сейчас вышки он посносит и пойдем дальше. Так, развали его. Надо, кстати, его похилить с песнозера, а то что-то мало хп у него. Блин.
Как там? Какой хуткей там нужен нам? Так, вот тут гранатометчики нам пригодятся, кстати. Какой хуткей у нас для прыжка? Ctrl Y. Отличный хуткей. Y, чтобы прыгать. Блин, вот это, блин, конечно, прикольно, когда у тебя винда в русской раскладке, когда ты заходишь в игру, да, у тебя вот эти вот все хуткей на русском языке становятся. Очень смешно выглядит. Так, ладно, давайте сюда. Потихонечку продвигаемся. Сейчас тут у нас метатель диска сработает. Кстати, теперь вот это неприятно, но тем не менее. Так, все, вы мне тут больше не нужны. Давайте к этой толпе идите. А вот остальные войска, давай сюда. Тут команда с нам пригодится. Ну и ракетчик, наверное, да. Чтобы Харвестер развалить. У него же там пулемет все-таки неприятный. Видите, как много урона дает. А, тут еще тело сидит, нифига себе. Это ты, конечно, прикольно придумал. Так, заходим. Ракетчика давай сюда двигать, чтобы он Харвестер разбирал. Заезжаем. Вот там надо электростанции повырубать, тогда у противника не будет питания для вот этих вышек. Так, поехали. Плюс тут еще есть дополнительная миссия, связанная с обогатителями. Типа, если ты уничтожишь обогатители, тебе это дополнительно поможет. Не знаю где, не знаю в чем, но по идее должно помочь. По факту здесь Ева говорит, что типа дополнительная миссия выполнена. Давай, 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 взрывай. Так, система отключена. Все, видите, турельки эти уничтожились. Так, теперь нам надо другое сделать. Теперь надо вот эти штуки посносить. Это типа доп-миссия. Не знаю, насколько оправдано ее выполнение, но окей. Почему будет, попробуем. Так, Ctrl Y. Бля, почему у меня озвучка скриновская? На базу? На Бали? Так, вот главное мотоцикл еще не просрать. Это будет, конечно, проблемка для нас. Они нам очень пригодятся. Да давай в дом. С дома поработаем. Так, ну тут Харвестер остался. Ну и хрен бы с ним, если честно. Мне абсолютно никак не мешает. Неплохо было бы, конечно, его развалить, но окей. Так, вот эта пачка юнитов у нас сейчас сюда налево пойдет. Наша, так сказать, ударная мощь. Да, вот обидно то, что я ракетчика просрал вначале. Вот нам будет немножко тяжелее из-за этого. Так, БТР-ки Голиаф. В принципе, вы мне тут сильно сейчас не нужны. Мотоциклы пригодятся вот здесь, да. Сейчас погнали налево. Гранатометчики сейчас делают свое дело. Кидай диски. Диски с порнухой из 2007-го, мужики, кидай. Хорошо. Можем заходить. Так, нам надо сейчас сюда завалиться. Командос у нас... Так, вот вы, ребята, заваливайте сюда. Тут небольшая наша база есть. Ты у нас должен сделать свое грязное дело. Вышки поуничтожать. Они нам тут нафиг не сдались. Так, хорошо, нам способности дали. Кстати, полезно. Два штурмовиков сюда. Они пригодятся. Ну. Ну. Вот, другое дело. Так, хорошо. Штурмовичков нам дали. Сейчас надо очень аккуратно вот в этом месте поступить. Тут надо аккуратненько все сделать, быстренько разобраться с противником. А, тут, конечно, мотоциклы нам могут помочь. Вот эти штурмовики, спецназеры, наверное, не очень. Хотя можно на спецназере полететь туда. Вполне себе. Команда может зарешать. А, Эми, бомбардировка такая вся штука, на деньги тратит. А деньги у нас, как вы знаете, ограничены. Я что, могу сделать большого мамонта здесь? А, центр орбитального развертывания? Серьезно, я мамонта могу заделать? Охренеть. Не, ну знаете, я эту миссию проходил без мамонта, и мне, в принципе, он здесь не нужен. Лучше, конечно, потратить деньги на оружейку, да, усиленную пехотную броню сделать. И, в принципе... стимуляторы можно сделать. 2000... А, ну подожди. 2,2... Это у нас было 7, да, тысяч. И еще 2... 5-4. Да, нам, в принципе, хватит еще на одну штурмовую группу. Давай сделаем симпаки. Хорошо, так. А, что мы тут делаем? Вот здесь вот довольно опасное место. Здесь лучше одну хотя бы турельку вулкан уничтожить. Я так понимаю, это типа из-за мода Тиберим Эссенс, да? Типа вот из-за этого центра орбитального развертывания здесь можно большого мамонта заявить. Ну, МК-2. Так-то, по идее, ну, его не, ну, не, не надо его здесь делать. Если бы я играл без мода, тут такого бы не было. А тут из-за мода нам позволили его сделать. Блин, на самом деле прикольно, в этой миссии он здесь не нужен. Здесь можно миссию и так пройти, видите, вот мотоциклами можно все сделать по красоте, вот эти вот башни посносить. Так. Ну тут, конечно, спецназер сработает, надо вот этих вот ребят нам как-то отбайтить сюда. Давайте, ребят, сюда отойдем. Команда, давайте танки забайтим. Вот, другое дело. У нас же тут Соник вышка. Ага, все, дело сделано. Так, следующие танки, иди сюда. Будем вас байтить немножечко, да, потому что у нас танки Скорпион здесь. Они не очень приятные. Да вообще любая техника здесь не очень приятная для нас. Так, вот. Не, не стреляет, алло.
Вот, другое дело. Хорошо, ультразвук работает как надо. Как часики, мать его. Так, ракетчики где наши? Где ракетчики? Во. Тихо-тихо-тихо, отходим. Так, ракетчики. Вы мне тут сейчас пригодитесь. Главное вас не слить, вот это будет обидно. Блин, хреново, конечно, что бот еще чинит все это дело. Вот хитрая скотина. Не надо так. Так, тут вышки, думаю, с мотоциклом справятся, а может быть и нет. Да, справились, нормально, РПГ-башни. Так, сейчас несем вот эту вышку в вулкан, и дальше будет немножко легче. Все, так, стимуляторы усовершенствованы, хорошо, и у нас есть деньги еще на одну штурмовую группу, отлично. Так, я могу сюда Эми ударом бахнуть, но, в принципе, большого смысла в этом не вижу. Так, мне нужны ребята, которые гранатами кидаются, ну, то есть дисками. Тут не гранаты, тут же диски в этом моде. Так, еще могу штурмовую группу заделать, они нам, в принципе, здесь пригодятся, надо будет их заделать. Так, давай, наверное, сначала бункеры. Повыпиливаем отсюда, все, уходим. Капец, их там ломится. Давай, давай к ультразвуку подойдем. Пусть они умирают об наши турельки. Че, нам просто так их здесь дали? Вот именно. Так, хорошо. Вот этой пачкой, в принципе, можно уже немножко вверх проходить. Давай вверх пойдем. Тут такая безопасная небольшая зона есть. Сейчас вот мы сюда пройдем. Хотя давай. Вот так и вверх. Главное на эти вышки вулкан не попасться. Вот они мерзкие. Так, хорошо. Мотоциклы, мотоциклы. Что вы можете такое сделать? Вы вроде как можете вот отсюда вышки эти достать. Да, им, конечно, больно. Бьют две турельки, но вот это вроде игнорирует. Ну-ка, если мы объедем. А, стреляет скотина. Ну, одна турель, не две турели одновременно стреляющие. Тут, в принципе, нормально. Так, сюда нам нужны гранатометчики. Аккуратненько сейчас выкурим из этого бункера. Тихо-тихо-тихо, мужики, жить! Так, хорошо, хитнись пока. Я тут вышки потихоньку буду разваливать. Ну, как бы два прокачанных мотоцикла на одну вышку нормально. Честно, как мне кажется. Единственное, вот эта, конечно, сильная тренировка мне здесь нафиг не нужна. Уходи, 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 уходи. Есть, спасли, отлично. Так, теперь тут, в принципе, команда справится. Подлетаем и делаем свое грязное дело. Все, зона зачищена, отлично. Теперь можно зачищать вот этот небольшой город. Собственно, где мне надо и произвести эту экстракцию, да? Эвакуацию войск. Ну, не совсем войск, там инженер один тусуется. Так, у нас есть 3000 денег, можем вызвать еще одну штурмовую группу. Я этим воспользуюсь, наверное, они нам пригодятся. Эти ребята крутые. Так, команда, команда, команда. Тут куча фанатиков, да, боевиков. Гранатометчики мне тут тоже нужны, ракетчики. Вы, ребята, давайте сюда, все. Все стоят, надо байтить танки. Так, все, погнали. Давай, 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 подъезжаем, мужики, подъезжаем. Отлично. Сейчас разберемся с этими проблемами. У меня тут войск достаточно. Хорошо. Чисто мотоциклы зарешают, на самом деле. Мотоциклы здесь очень крутые. Так, хорошо, идем дальше. Нам надо вот эти здания повыкуривать. Так, идем сюда, давай выкуриваем. Потихоньку сидим. Тут надо... Тут главное осторожность. Если делать все очень неосторожно и не по уму, то будет больно. Тем более тут еще вулканы стоят, да, мерзкие. С ними надо тоже аккуратненько все делать. А, он пошел все взрывать. Вообще насрать на эти вот твои гранаты, да? Вот вообще насрать мне на эти гранаты. Я все так сделаю. А, стоп, они живы еще? Все, уже не живы. Так, окей. А, что мы тут делаем? Мне надо штурмовики, чтобы были все здесь. БТРы тоже, наверное, здесь. Мотоциклы тоже сюда едьте. Остальные наши войска, снайпера тут тусуются. Ну, снайперов тоже можно подвести на самом деле. Сейчас тут будет очень весело. Так, все, все войска у нас тут, да? Хорошо. Сейчас тут будет очень весело, ребят, поэтому мне тут пригодятся, наверное, ракетчики мне тут больше нужны, я так думаю. Так, хорошо. Ракетчик и спецназер. Тут сейчас будет команда врага. Вот и она, все хорошо. Но у нас команда-то прокачанной. Не насрать. Так, сейчас потихоньку разберем эти мотоциклы. Да и все остальное. Блин, конечно, вот обидно, что один ракетчик остался. Было бы два, было бы клево. Но просрал я одного ракетчика. Ничего тут не поделать. Сам, как говорится, протыкал. Так, работаем. Вы тут должны зарешать прям все. Остальные мне войска, в принципе, здесь не нужны. Вот вы у меня будете на подкреплении здесь, потому что здесь сейчас будет тоже жесть.
Здесь мне все силы пригодятся. Сейчас тут враги контратаковать будут. Так, потихоньку это делаем. Команда, давай развалим здесь пехоту. Так, хорошо. Баги тут еще есть. Давай сначала баги. Они больше урона дают. Блин, какая же прелесть, когда противник не прокачан, а ты с прокачкой. Просто великолепно. Тем более твой юнит еще хилиться умеет. Вообще классно. С кайфом, я бы сказал. Хорошо. Блин, было бы два ракетчика, было бы в два раза быстрее. Естественно. Так, ну сейчас тут, конечно, будет заваруха, что надо. А нам надо будет быстренько валить сюда. Поехали. Хорошо. Все, понеслась. Видите, они тут спавнятся. А я же говорил, я проходил эту миссию. Так, ребят, разваливаем их. Так, понеслась. Так, вот этих ребят надо вывести вниз. Уезжаем сюда. Остальные наши войска тут, в принципе, справятся, я надеюсь. Им надо задержать вот эту толпу врагов. Ах, уходим, 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 быстро. Уходите отсюда, тут такая жесть начинается. А вы не можете туда сесть? Нет. Гранатометчики, давай туда. Тут он, видите, какая жопа происходит. Наша задача их чисто задержать. Остальными ребятами надо отсюда уехать. Все, валим отсюда. Сейчас вот Эми удар закинем. Блин, или не закинем. Харвестер приехал, отлично. Блин, надо Эми закинуть, срочно. Все, валим, валим. Нам надо чисто инженера эвакуировать. Остальные войска здесь особо не нужны нам. Ну, как бы нужны, но не так важны, давайте так скажем. Все, валим отсюда. Главное, чтобы инженер выехал. Все, 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 валим, валим, валим отсюда быстрее. Давай, едь отсюда. В темпе, так сказать. Пока тут отвлекают наши войска на себя огонь, уезжаем. Это наша главная задача. Давай сюда в бункер, наверное. Если что, будешь сдерживать натиск врага здесь. Так, хорошо, сделали. Да смотри, мы сами всех разобрали, вообще круто. Я не ожидал, что штурмовики такие жесткие будут. Все, забирай его. Отлично. Слушайте, миссию выполнили, прям даже не вспотев. Круто. Наверное, это самый лучший мой ран, потому что я тут еще всех врагов на карте убил. У меня такого никогда не было. Ну вот и вся миссия. Клево. На самом деле она очень простая. Но интересно. Так что, если хотите больше таких миссий, напишите в комментах, пожалуйста, какие вы бы хотели, чтобы я еще прошел, какие миссии вы еще знаете, какие-то прикольные, да, может быть, я что-то не скачал, какие-то миссии, ну, про какие-то миссии я не в курсе, но, тем не менее, вот она была первая миссия, которую мы прошли, Deadly Extraction, там у меня еще целая пачка кастомных одиночных миссий есть, так что, если не хотите это дело пропустить, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте, и не забывайте переходить по ссылкам в описании в нашу группу ВК, в наш Discord сервак и на наш Twitch канал, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был мистер Чейзер. Всем удачи. Всем пока, ребят. Еще увидимся.